Всем привет, мы находимся на адресе. Проблема оказалась в том, что на плите еле-еле идет газ. Ну, начали разбираться, в чем проблема. Посмотрел я на форсуночки. Форсуночки все стоят здесь метановские. Все хорошо, все в порядке. Стал идти дальше. Думаю, может, кран забит. Бывает такое, что тут смазки целая куча. Проверил, открутил гайку, давление хорошее. Иду смотреть дальше. Откручиваю гайку здесь, а тут заводская заглушечка. Так что достаточно будет вытащить эту заводскую заглушечку, и все будет работать. Вот эта штучка сделала людям погоду. Ну, вот они начали нормально гореть. А еще там была вот такая вот прокладочка, которую очень старательно закручивали и закрутили аж вовнутрь. Вот такие вот бывают прикольчики.